Точно он! Джоски! Вот так встреча! Ну что, пойдем вместе в школу? Прическа, как всегда, у тебя отпад. Тебе идет. Да не то, что другим. Вообще-то, у меня сейчас важный разговор. Да ну! Не поторопишься, мы опоздаем. Потом поговорите. Эй, Джоска, наш разговор не окончен. Отшей. Кто он такой? Эй, глупые разговоры про прическу будете вести потом. Хана тебе, мужик. Заговорил про прическу. Ублюдок. Слышь, чем тебе моя прическа не угодила? Не повезло ему. Я тут ни при чем. Больше всего Джоски ненавидит, когда смеются над его прической. Совсем как недавно. Притормози, Джоска. Про тебя я ни слова не сказал. Вот черт, нападает. Джоски! У него кровь! Видишь, Джоска? Их называют стендами. Физическое воплощение духовной энергии. Джозеф Джостер тоже обладает им. Только обладатели стендов могут их видеть. Терпеть не могу, когда издеваются над моей обалденной прической. Я перестаю себя контролировать. Стенд Джоска? Ну и силища. Корпус открыт до самого подбородка. Говнюк! Что? Когда он успел? Что произошло? Когда ты... Джоски! Нет! Джоски! Завалитесь! Ненавижу, когда девки шум поднимают! Проваливайте! Ладно. Похоже, они знакомы. А еще он так пугает. Зато такой крутой! Не могу понять, что, но здесь определенно. Что-то происходит. Много времени утекло. Точнее, 10 лет. Смог остановить время, пусть и на 1.5 секунды. Никто бы не погиб, не останови я время. Но точно сильно бы пострадал. Хватайся, Джоска. Нет, не надо. Ясно.